Всем доброго вечера. Я тут начал возить, я их точнее днем возил блоки, вот эти бетонные, стеновые. Кто хочет побыть со мной, пожалуйста, у нас шли дожди, в полях идет туман, земля остывает. Сейчас ближе к вечеру. На самом деле темнее, чем на картинке. Уже довольно темно. 8 часов подходит. Я сегодня один раз за месяц сделал, а остальное возил до обеда, потом дожди, вот вечер. Это сколько? 3 тележки увез, гружу по 7 штук. Увожу. А еще поспал маленько. Я вырубился, приболел немного. Небольшое недомогание такое. А как раз поспал. А я часы ставил. Поглядел, выкинул. Ой, выглянул в окошко. Получается, так, 5 поддонов, я уже больше 5 поддонов увез. Осталось здесь 10. 10 разбираю. Туда очень далеко вожу, ближе метров. Ну вот забор у меня 42,90, 43 метра. Это получается с одного конца забора на другой конец забора. 42,90, 43 метра. По факту получается на 35 метров вожу. О. Ой. Кстати, надо коленкой смотреть. Такого не было, чтобы ни разу блок не откололся. Но коленкой придерживать. Потому что может вот эта часть остаться в руках и по пальцам прилетит. Ослик, ослик я. Ром. Ноги мокрые. Так, ничего страшного. Посмотрел я все-таки в своих роликах, когда выпал в том году снег. Короче, 9 ноября туман стоит. Вот у меня на участке сейчас стоит туман. Туман испаряется. Когда выпал первый снег? 16 ноября выпал первый снег. 12 ноября тепло стояло, снега не было. Я же снимаю повседнев, лучше всего сориентироваться. А сегодня у нас что получается? Сегодня у нас 12 сентября. Нам надо, да, за 2 месяца положить коробку чисто. Леса я смотрел, с чего делать буду. Не хочу я старые свои металлические леса. Здесь они у меня в углу стоят, самодельные. Что-то я на них побаиваюсь. Я их хоть подваривал, лучше что-то другое придумать. А так пашем, работаем. Как говорится, бери больше, тащи дальше. В принципе, хоть и дождь затяжной шел, я бы не сказал, что они весь изменились, напитали. Раскидаю по всему периметру в круговую. Там начал раскидывать. Ой, вот вечер с Игоруней, с Красотулей. Занят, как говорится, работкой.
напишу, что на полнокадровых фотоаппаратах можно открыть максимальную матрицу, чтобы было фактически в полной темноте видно. Никакие экшн-камеры даже не сравнятся. Самые крутые, навороченные. Сейчас это темно. Ну, по крайней мере, человеческому глазу довольно темненько. Бутылка с капельками. Водичка ползет. Ой. Тень, тень. А по вишенке еще осторожнее ходить. Ведь часть вишенки передавилась, но это ничего страшного. Ничего ей не будет. Вишни дофига. Ой! Поперли. А, в принципе, не тяжелое, оно муторное такое. В принципе, мне не тяжело. Но все равно недомогание сегодня поймал такое. Вроде это, ну. Поехали. Как говорил Юрий Гагарин, поехали. Ром. Поднимаю, переставляю камеру, поднимаю светлость, яркость. Ой, что такое застрял? Ну-ка, о. Застрял. Шлёп-шлёп, вечерняя гимнастика. Кушать сегодня не буду уже. Уже вечер. Это получается, один раз съел с мамой вот эти кабачки. Ой, какие кабачки, заговорился второй раз. Баклажанчики. Баклажанчики кушаю. Так что строим. Тем дедем 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 дедем. Разворачиваем. Так, не вишню. И пром. Работаем. Работку. Ой. Освобождаем все, как говорится.
Поставил я, короче, с этого, с телефона. Этот светильник. Темно уже. Так что пойдем мы ночью, сынка, работает. По возможности, конечно, не до этого. Если чувствуешь, что с организмом что-то не то, недомогание, лучше не натруждаться. Но после сна нормально, силы появились дневного. Потому что здорово можно этот самый сломать, сами знаете, что. Поехали. Тёп-тёп-тёп. Да. Как там говорится, вечно можно смотреть на две вещи. Как горит огонь, как кто-то работает, и как бухгалтер отчитывает тебе зарплату, да, кто на работах работает. А я уже не помню, как там говорится. Как-то говорится. Чум-чум-чум. А, ерунда. Мышка вон в окошко смотрит. У меня же свет там горит в окне. Всегда наблюдает, сидит. Ой, она любит со мной здесь лазить. Почему-то в отличие от Кеши, и по раствору лазит. И по ведрам, и по блокам. И посмотрит, заглянет в ведро, и все, полностью посмотрит. Тут только утром. До обеда. Часа 4 со мной. Не отходит. Бетономешалку запускаю, она же сильно работает. Она сперва отпрыгивала, но не уходила. А сейчас запускаю, сильный запуск идет. Эй, пофигу, к бетонке подходит, смотрит. Контролирует. Контроль. Работаем. Ну что? Или еще пойдемте повозим? Пойдемте еще повозим. Что нам стоит умеющее? Сейчас еще ярче прибавлю. Поехали. Надо бутылку поставить с водой. Кстати. Ой. Поехали. Туда. Туда. Туда-сюда.
Туды-сюды. Ой. Ночь и тишина, данная навек. Я, кстати, наверное, поправился, да? Хотя на весах 90 показывает. Чуть нифига не худеется, не стройнеется, жиреется. От питания, наверное. Поехали. Ух, какой туманище стоит. Ужас, ужас. Погнали. Выставил я на фотоаппарате. Кстати, сейчас полная темень. И он показывает небо. Я глазом не вижу. Картинка будет шуметь. Максимально 32 тысячи ISO. У данного аппарата. Хоть она и будет шуметь, но я буду яркий, как фиг его знает кто. Тень откидывает этот фонарик из-под телефона. Работяга. Сынка работяга. О. А кто он еще? Работяга. Схватим. Сынка работяга. О. Туман туманится. Все сюда выставляю. Все. Топ. Вкалываем. Сегодня не пойду никуда в душ. Не хочу завтра. Вроде бы не спотел. Чик-чик. Сюда. Все. На сегодня хватит. До съемок я увез еще 3 тележки. 21 кирпич. Потом думаю, что, наверное, поснимаю. С вами был Санулька Красотулька. Всем вкусняшек-вкусняшек. Отличнейшего настроения. Уже темно. Туман. Вот стоит какой, довольно сильный. Кто доглядел до этого момента, спасибо, что были со мной. Простая работка, физическая работка. Может, и я яркий, но на самом деле я темный. Темень стоит, ой-ой-ой. Но почему-то небо ловит, как светлое. Ладушки, с вами был Ильич, всем пока-пока, все заношу. Мы еще увидимся. Всем вкусняшек-вкусняшек и отличного настроения. Ну и напоследок, вот такая картинка, настоящая, реальная, от фонарика телефона. Все, захожу домой, хорош умничать. А кто, как говорится, кровь от головного мозга отлегла, в руки, захожу домой.